Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня поговорим про янтарь, и я вам покажу свои обновки из янтаря. Перед вами сейчас находится янтарь белого цвета, его иногда называют желток. Это самый ценный оттенок янтаря, а коньячный янтарь мне бы просто не подошел. Здесь 5 украшений, мне нужно было выбрать для себя 2 украшения, 2 колье здесь находятся. Бусы граненые, бусы овальные и один браслет. Мне нужно было выбрать себе 2 украшения, но я выбрала 3. Имела наглость и посчитала, что все остальные перебьются. Это тот случай, когда наглость — второе счастье. Вот я вам показываю сразу все. Вместе с ценами. Цены вполне себе адекватные, ничего не вижу плохого в том, что я вам показываю вместе с ценами, потому что люди, которые меня смотрят, они интересуются украшениями, и они покупают эти украшения, покупают янтарь, иногда покупают на блошиных рынках или через интернет винтажный янтарь. Я вам показываю цены, которые актуальны на 2022 год, чтобы вы могли приблизительно ориентироваться, и весь янтарь, который вы видите, он натуральный, он без нагрева и он не плавленый. Это самый натуральный янтарь. И, конечно, мне этот оттенок янтаря больше всего нравится, и он мне больше всего подходит. Коньячный янтарь я бы не смогла носить, а такие украшения я могу носить для отдыха, на природу куда-нибудь, в такие места, где неуместны дорогие ювелирные украшения, где нужно максимально просто одеваться, наслаждаться природой и носить самые простые вещи. И я выбирала себе украшения, которые смогу носить летом на природу. Вполне себе солнечный камень, позитивный и радостный. Я вам показываю все крупным планом. Можете поставить паузу. Я старалась снять максимально подробно. Видите, этот янтарь, он называется белый. На этикетках он так и называется — белый янтарь. Ну вот, вместо 2 украшений я себе выбрала 3 украшения. Угадайте, какие? Я думаю, что легко догадаться. А сейчас фотографии. Если в движении было что-то размыто и плохо видно, можете внимательно рассмотреть фотографии, нажать паузу и посмотреть. Я думаю, что каждый камень видно и каждую этикетку тут тоже видно, все хорошо читается. Для тех, кому это интересно, любопытно, кто любит янтарь и кто интересуется янтарем. Все эти украшения были куплены в августе на Калининградском янтарном комбинате. И вот я вам сейчас показываю фотографии, как янтарь добывается. Так выглядит приморский карьер. В 50-х годах возможности немецкого карьера исчерпались, и в целях выявления новых янтароносных площадей были проведены поисковые работы на площади, расположенной к востоку от поселка Янтарный. В результате этих работ было установлено наличие янтароносной породы. Это месторождение получило название Приморского, и в настоящий период времени там ведется добыча янтаря. Приморский карьер и обогатительная фабрика были построены по проекту института Гипрошахт. За время работы карьера проектные решения были неоднократно пересмотрены, внедрялись значительные усовершенствования технологии добычи и обогащения янтаря. С момента начала горных работ в карьере было добыто около 7000 тонн янтаря. Срок службы этого карьера — до 2102 года. К добыче предусмотрено около 39 тысяч тонн янтаря, и это лишь часть запаса всего месторождения. Годовой объем добычи составляет 450 тонн. Ширина карьера в настоящее время составляет до 1,5 километров, и длина тоже до 1,5 километров. А на конец отработки ширина составит до 2,5 километров и длина до 3 километров. Средняя глубина карьера 55 метров, и мощность янтароносного пласта составляет от 4 до 6 метров. На сегодняшний день это единственное место на планете, где сосредоточено 90% мировых разведанных запасов янтаря.
А Калининградский янтарный комбинат является динамично развивающимся предприятием и монополистом по добыче янтаря. А это пляж поселка Янтарный, где осуществлялись поиски янтаря для меня лично. Балтийское море теплое только в августе. И там песчаный, вот такой вот белый песок. Такой песчаный пляж. И волны иногда выбрасывают на берег кусочки янтаря. Вот так выглядит пляж. Это август 2022 год. И мне был найден кусочек янтаря. Это желток. Маленький, стрёмненький. Ну, дети старались. А это ресторан янтарный. И он безумно красивый внутри. Там везде представлен янтарь, как музей. Каждый кусочек имеет свой вес. И мозаика янтарная. Все декорировано янтарем. Колье, как у меня, из белого янтаря. И огромные куски янтаря. И интерьер весь украшен кусочками янтаря. Давайте я вам сейчас покажу, какие у меня обновки, какие украшения я выбрала для себя. Я выбрала браслет и выбрала бусы и колье. Было два похожих колье, я выбрала то колье, которое мне больше понравилось. Здесь больше пластинки, и они все однородные. У другого колье пластинки были меньше, и они все были разные. И вкусные-вкусные бусы, которые напоминают желтую черешню. И браслетик. Колье под шейку, бусы длинные. И браслетик на резинке. Вот такие украшения выбрала себе. Буду их носить летом, когда это будет уместно. Можно вполне себе выгуливать их на природу. Белый янтарь, он же желток. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вас всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого-самого доброго, красоты и доброты. Пока-пока!